Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Проклятое Сокровище 2. Так, ну что, давай вспоминать, что почем. Так, ну у нас 19-я миссия доступна. 19-я миссия. Слушай, я, по-моему, ребята, ее в те разы пытался пройти, не смог, и сейчас, наверное, тем более не смогу. Пустынные плоскогорья. Варвары из Вастерланд всегда совершали набеги на королевство. Нам, темным силам, было, в общем-то, все равно. Но теперь королевство наше. Кстати, в пустошах тоже есть ценные камни, и варвары проявляют к ним нездоровый интерес. Так. Нездоровый интерес проявляет, да? Значит так, священный обелиск. Древние священные камни, воздвинутые языческим богом. Их надоедливая святость не позволяет строить башни поблизости. Но стоит камни разрушить, и тогда... Вот так, вы не сможете строить башни в радиусе действия здания. Разбить камень. Ой-ой-ой-ой, все, я вспомнил, друзья мои, это прям беда какая-то. Враги пойдут... Ну, наверное, сверху, и тут у нас... Хрен знает, кто там у нас. А что, нам только башни лучников доступны, что ли? Ага. Блин. Да ладно, надо два, что ли, снести? Да ну, блин. Я не знаю. Сто семьдесят маны стоит, чтобы снести один камень. Ну давай смотреть, что у нас тут ждет. Варвар. Варвар в жизни руководствуется немногочисленными инстинктами: пожрать, поспать, а также грабить, грабить и еще раз грабить. Так, здоровье у него 100, скорость средняя. Что самое лучшее в жизни? Сокрушать врагов, видеть, как они бегут перед тобой, и слышать плач женщин. И я смотрю, что у него дохри... ну, башня, в принципе, будет до них доставать. Но дело-то в другом. Не, так, ребят, дело не пойдет. Так, дело не пойдет, уж извините, конечно. Давай так попробуем. Башни вот эти вот вредные, а. Но... Ну ладно, одного зафигачили. Но он же не унесет камешек, я надеюсь. Нет. Так, теперь, ребята, разбойники. Разбойники, по-моему, опять три варвара, пять разбойников. Хреново. Ну ты серьезно сейчас, блин, ну? Слава богу, далеко не убежали, конечно, но все равно неприятно. Ты посмотри, они еще идут, так чтобы...
Это они только на одного столько впендрючивают, да? А там потом 5 разбойников побежит. Ну, я прям даже не знаю, друзья, что тут. Что тут. Как тут лучше быть? Разбойники, да, разбойники быстрые. Ускоряются. Ну! А это еще кто, блин? Это-то кто еще? Эти гордые воительницы в бою стоят нескольких мужчин. Не стоит, но стоит сбить с них броню, и вся их спесь пропадает. 85 здоровья. Так, броня 2, блокирует 2 единицы урона от каждого попадания. Не может уменьшить урон ниже одного. Так, последний рывок. Когда здоровье врага упадет до 50%, его броня сломается, но враг станет быстрее. Очарование. Теряя броню, очаровывает башню вокруг себя на 5 секунд. Очарованные башни не могут стрелять. Вы можете досрочно снять очарование с башни, используя заклинание «Ужас». Я так понимаю, вот это вот, что ли? Да ты посмотри, какие они мощные. Ну! Пипец! Идиотина, еще ржет, сволочь, блин. Это кто такие, блин? А, это ли... Это летающие, ребят. Чего такие какие-то... Да ты издеваешься, что ли, ну... Понятно, короче, ребят. Да как тут? Чё за маразм, блин? Чё за маразм, а? Да не хочу я тут... Можешь... Блин, эта башня вообще не дотягивается. Ну, поехали. Допустим. Допустим. Сто семьдесят манны надо, да? Так, ну сейчас будут разбойники у нас тут ходить. Бежать, блин. Хорош, не убежал, гаденыш сопливый. Так, дальше эти 3 охламона пойдут. Так, у меня есть... Там 200 надо магии. Ладно. Блин, вот тут эти летающие пойдут.
Так, домашний критует очень даже неплохо, ребят. Не ушел. Это спрашивается, вот толку вот мне здесь вот от этих башен. 5 разбойников пойдет. Ну? Ну, башни, ну, ёпрасоты, ну... А сейчас воительницы. Вот на воительницах мы... На воительницах мы, наверное, испекемся, ребят. Хотя есть метеоритный удар. Один. Ну, а против летучек? Их же 3 штуки сейчас будет. 3 летучки под окном. Вот эти меня и раздражают, вот эти вот башни, ребят. Ой, так, ладно, 3 этих говнаря, потом барды пойдут. Барды пойдут. Че, ну надо башню как-то сносить, ребят. Ну, манна у нас стоит, 170 манны. Ой, они барды уже взяли барда. Это плохо. Ну, башня, ну ты... Да ты... Опять разбойники. Опять разбойники, ребят. У меня есть, конечно, страх. За сотку. Ну ведь убежит же, гаденыш, блин. Ну куда ты бьешь? Ну... Не, ребят, ну это невыносимо. Ну это просто невыносимо. Ну серьезно. Уничтожил еще не то, что надо. Да ты издеваешься, блин. Нужно 2 тотема уничтожить, чтобы, блин. Ледяной. Так, ледяной, тут тоже ледяной. Или все-таки тут лучше ледяной поставить? Не, наверное, вот тут вот, ребят. Мне кажется, чем ближе к этому, тем лучше для нас. Ну, потому что, ну... Так, хорош. Улучшений пока никаких нету, да? Поехали.
Так. Допустим. Так, следующие, ребята, опять три пройдохи. Почему так медленно бомбишь, а? И опять же, ребята, три долбанных мага. А, пять долбанных магов. Со своим дурацким вот этим ускорением, блин, вот они меня... Давай, 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 есть. Теперь викингши эти пойдут. Варварши, викингши. Называй как хочешь. Суть-то не меняется. Суть, ребятушки, не меняется. И перезарядка 30 лет, ребята. Так самое беседовать, что она сейчас эту сделала. Вот, все, все, башня, ребята. Не работает, блин. И побежала сволота, блин. Теперь представь сейчас, что то же самое будет у нас с кем? С летучками, ребята. Летучки, потому что там уже... Ой, летучки. Маны стоит. А, они уже пошли. Они уже полетели, ребят. Они уже летят. По кристаллику взяли и пошли себе добротненько, ребят. Как будто их... Я не могу. Меня вот это вот, ребята, вот просто вымораживает. Просто вымораживает, ребят. Сейчас сделаем глоток капучино. Ну вот как быть, а? Может быть, здесь... Ну, согласись, у огня малая дистанция. А может, вообще пока сюда не ставить? Нифига. Раздражает, что они очень долго, ребят, накапливают заряд. Ну, прям убивает меня вот это вот. Очень долго они накапливают заряд. Слушай, ну согласись, без башни здесь беда. Хотел бы, ребята, этим не воспользоваться, но... Ну, как-то так, пока. Пока, мисс, ребят. Видишь, лучники, ребята, они как бы лук, он быстр, башня орков. Вот эта, например, башня вообще ни по кому не бомбила сегодня. Она просто их не доставала. К
Крит, да, Крит проходит, ребят, но... Ты сам видишь, как он проходит, блин. И это накануне, блин, битвы с тремя этими ворами. И все, и он побежал спокойненько, потому что здесь, ребята, ему никто не хлопнет. Понимаешь? Он бежит себе вольготно, потому что его здесь никто не трогает. Он уходит спокойненько, ты понимаешь? Припеваючи, я бы сказал бы. Просто припеваючи уходит, ребят. Да. Ну, ладно, здесь нам, грубо говоря, повезло. Они все хотят прокачаться в башне, но... Думаешь, я его пропущу с этим кристаллом, да? Кстати, подожди, у нас же черепки, 120 черепков. Полностью восстанавливает ману. Кстати, это может там на руку сыграть, но я тогда все черепки потеряю. Все, ребята, все до одного черепка я потеряю. Это невозможно. Это невозможно, друзья. Ну как тут можно, блин, с этими гаденышами, а? Две башни лучников, две башни магов, еще башни лучников. Ну какого лешего-то, а? Какого лешего, вот ты мне объясни. Воры, да? Воры. Мне вот по большому счету здесь и ставить-то больше некуда, понимаешь? Ну, если вот даже здесь было бы у нас, допустим, было бы у нас две башни... Даже если бы, допустим, здесь было бы две башни, но... Стырят же гаденыши. Кристалл слишком медленно ползет, ребят. Ну, только так, если. Ох.
Прибавка маны. Воры. Воры. Не дождались. Сиганули, друзья мои. Я не выпущу их с этими кристаллами. Пускай даже не... А, они даже ничего не сделали. Вот, смотри. Сейчас пойдут, друзья мои, вот эти вот варварши. Ну, варварши мы тоже, возможно, вот здесь вот, возможно, законтрить сможем. Возможно, ребят. Но они идут, блин, по той, по дальней стороне. Ну... Самый большой минус, это вот у них вот... Вот эта вот башня нас спасает. Очень хорошо, ребят, спасает. А я вот так-то сделаю, свистулька. Блин, ну почти у нее получилось убежать. Ауч. Летунчики, ребята, готовятся. Летунчики. Давай склеп этого. Да плевать они хотели на склеп этого, блин. Чхать они хотели на склеп этого и того. Шугаряем врубить, что ли, а? Ну, есть, есть. Так, мы можем здесь сделать... Ну, здесь мы можем сделать критовку. Либо баллисту, ребят. Я возьму, наверное, здесь крит... Здесь критовка будет, здесь будет баллиста. Будет, надеюсь, когда-нибудь. Если все сложится, как... Как я хочу, блин. Почему вот эта башня? Она же бомбит, блин, бесконечно. Почему? Есть. Баллиста. Конечно, ребят, баллиста. Она сам видел, сколько она будет там докуда доставать. И... Это, мне кажется, лучшее. Склеп ужаса. Ты что, бард, что ли? Хил? Хил, ну куда? Ну... Эй! Эй-эй-эй! Шикарно. Так, друзья, тогда и здесь надо ставить страх. Кто там? Оу, щет. О, друзья мои. Полностью восстановим манну. А вот этого хламона мы можем и не завалить. Сейчас посмотрим. Так он еще и не один, блин.
Он еще и не один здесь пиликает, блин. Да, конечно, чуть-чуть. Давай без вот этих вот хуть-хуть своих. Так, друзья мои, я освободил полностью этот участок. Хорошо его страх тут, ребята, за одно место, как говорится, взял. Сколько у меня маны? Маны... Да мало у меня маны. Так, 4 этих, да? А, тут 4 этих и 2, понял. Нормально, нормально, друзья мои, справились. Так, блин, ниндзи. Ниндзи. Ну чё, блин, ребята, ниндзи? Хреново. Блин, со своей меткостью меня просто удивляешь, блин. Ну неужели возьмет? Нет, нет, друзья мои, не получилось у них. А мне льстит то, что... То, что мы с тобой здесь... О, май гад. Летунчики... Летунчики и друиды. А друиды, ребята, сложные. Но так тоже долго не может, блин, длиться, ребята. На одних этих мы далеко с тобой не уйдем. Нафиг. Ты сейчас серьезно? Во-во-во-во-во. Беги, молодец, красавчик. Принес куда надо. Принес куда надо. Так, манна есть, слава богу. Пока не будем, ребят, ничего тратить. Все, полная добыча манны, ребята. Так. Барды вместе с... Ёк-макарёк. Но это как-то... Но это как-то не солидно. Ладно, свиток есть. Один только свиток, ребят. Я, конечно, могу вот так вот сделать. На первых порах. На первых порах, блин. Так, снайперы набивают... А, набирают самых везучих орков. Иногда у них получается попасть в уязвимое место и нанести двойной урон. То, что надо, наверное. Так, у нас огненная башня есть. Появилась первая. Кто у нас тут? Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Беда у меня, ребят, сейчас будет. Конечно, если мы этого охламона напугаем. Но он же не воспринимает. А, нет, восприимчив. Давай, 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 пока не в курицах. Ну, баллиста, ну хоть. Ну вы какие вы корявые, а? Ну, пришлось, ребята, использовать. Ну, просто пришлось. Иначе он бы прошел бы. Так, ну здесь, наверное, сделано так. Будет баллиста рядом и снайперка. Баллиста и снайперка. Идти так. Так, здесь что у нас?
Так, наверное, сделаем. Ну что, погнали. Свитка больше нет, и спасения больше ждать, блин, мне не от кого. И неоткуда. Если огненную башню прокачаем на поражение двух целей сразу же, это будет топ. Да ну блин! Хорош, неужели, неужели завалим? На страхе, ребят, на страхе взяли, отлично. Ой, как хорошо. Блин, башня, когда ты прокачаешься, а? А, рыцари-бегуны. Да, что-то у них как-то... Благо сейчас не получается у них бежать. Это хорошо, ребят. Да, ну по меткости, конечно, блин, еще работать и работать, ребят. Вот. Берем двойную, двойную магию, ребят, берем. Так, у нас накопилось на камень. Так, два друида. И опять эта хламонка, блин, да? Два друида, это хламонка. Блин, друид. А, ну это саженец. Я его так называю, ребят, саженец. Он саженцы сейчас мелкие свои будет выпускать. Дело дрянь. Да, достал. Вот единственное, что хорошо, когда, ребята, баллиста бомбит вот в эту вот, блин. Я ведь не позволю вам. Просто вам не позволю забрать то, что вам не принадлежит. Такс. Ну что, надо вот эти, наверное. Я смотрю, тут летающих у нас не будет. Какой-то робот, блин. У нас летающих не будет. Блин, робот, что-то мне не нравится, ребята. Картинка с роботом. Вон там вот, это последний, какие-то два робота. Ну, напугайте вы их. Идет. Не дошел. Не дошел. Баллиста! Это долгая перезарядка, конечно, вечность. Так, вот, смотри. Чемпион стальной страж. Я таких ребят еще не видел. Таких я еще не видел. Что за стальной страж? В плане! А доживу ли я вот... Мне нужно будет очень много маны, ребят. Как минимум два заряда. Как минимум два заряда маны. У меня что, есть? Черепков у меня нету. И это плохо. Это просто плохо. Ну, сказать плохо, это вообще ничего не сказать, друзья. Свистит. Не надо, я не буду пока тратить, ребят. Она не пройдет. Так, напугали ее, да? Напугали, убежала.
Блин, вот эти две башни, ну, я не буду сейчас их сносить. Роботы пойдут сюда, они здесь идут. Они будут здесь ходить. Значит, получается, и здесь нам нужна будет башня. Логично? Логично, ребят. Ну, свитки, свитки оставлены, это, ребята, очень хорошо. Сейчас серьезно, сейчас вот это вот. Блин. Блин, блинский, я тебе скажу. Роботы пойдут здесь, ну 100% тебе говорю. Вот теперь будем вот эту вот фигню, блин, как-то защищать. Да как ты меня бесишь? И пошла, и побежала, блин, в гимнастерке, блин. Давайте, давайте, давайте. Снайпера, я, блин, на вас рассчитывал, блин, как я не знаю на кого. Вы просто подставляете меня. Может, хорош уже, блин, а? Ну и чё? Ну и как? Ну вы сейчас серьезно, что ли, блин? Я вот сейчас был в шоке, ребят, если честно. Умудрились каким-то чудушком. Фух. А вот теперь, ребят, самое страшное. Если робот пойдет здесь, он пойдет в круговую или он здесь возьмет и пойдет в обратно? Вот что мне неизвестно и непонятно пока. А, он идет так, ну тогда нормально, ребят. Точно нормально. Есть. Ну, неужели, друзья, на 3 звезды, ёк-макарёк. О, ну вы сами все прекрасно видели, друзья, мои мучения, мои страдания, старания и тому подобное. И еще и 3 очка навыков у нас наконец-то появилось. Так. Прям не знаю, куда их потратить. Так, падение метеора. Ну тут уже нам 15 очков. Так, пещеры с кристаллами накапливают до одного заряда. Для одного. Пещеры с кристаллами накапливают до одного заряда в нежити и атакуют врагов. Какие пещеры из кристаллов? Уменьшает мана стоимость заклинания ужас на 5%. Всебачка получает дополнительный опыт каждые 6 секунд. Блин, докачать ее, что ли? Тридцать процентов. Давайте так оставим. Так, мы прошли какую? 19-ю миссию, да? Блин, идем на 20-ю с тобой. Тлеющая поляна. Эти священные камни представляют огромную угрозу. Следует уничтожить их все. А еще лучше уничтожить жриц, которые следят за камнями.
Наведаемся к священному плато, где находится главная святыня варварского культа. Крепость. Крепость варваров. Отсюда они совершают свои набеги на соседей. Здесь же пропивают награбленное и торгуют пленниками. В начале каждой вражеской атаки посылают в бой дополнительных варваров, амазонок и языческих жриц. Землетрясение уменьшает количество атакующих на 25% и дает 200 золота. Да ладно, блин, опять с этой фигней, что ли? Ёк-макарёк. Ну, блин. Ну, труба. Подкупать. У нас два колодца с манной. Ну, давай посмотрим для начала, ребят. Что тут, блин, получится? По-моему, ни хрена хорошего не получится у нас. Ну, возьмет-то он возьмет, но он не выйдет отсюда. Но это будет постоянно, друзья. Вот в чем проблема-то, блин. Что у них будут постоянные набеги. То есть с каждой волной они будут высылать по варвару. Что очень плохо. Допустим. Так, дальше у нас идут. А, нет, они по одному идут, да? А эти по одному идут. Да как сказать, блин, по одному? Их тут два, по двое. Сейчас мы их здесь прижучим, попробуем. И вот здесь вот их шлепнем. Всех. Сто семьдесят пять. Блин, ты же еще в разбойнике. Вот в чем беда-то, блин. Ладно, свитки есть. Попробуем, ребят, за счет свитков. Ай-яй-яй. Но куда ты? Куда? Так, ну ладно, здесь три этих, а вот это кто еще такие, блин? Фиг его знает, кто это. Ну сотку дал мне, что мне от этой твоей сотки? Не знаю, ребят. Ну, стырит. Нифига. Ну, вы видите, ребят, что здесь происходит. Просто ограбление, блин, вне закона. Но я, естественно, буду переигрывать это, друзья мои. Все, обязательно. Но, наверное, в следующей серии... Мы немножко с тобой неправильно сделали расстановку башен. И, возможно, нам надо было подкупить. Да если мы даже подкупили, чтобы нам это дало.
Они наоборот там дают голду и это. Нет, подожди, давай еще разочек попробуем все-таки. Если мы здесь. Они отсюда начинают, да, выход. Они отсюда начинают выход. Вот эта башня, если бы была бы у нас свободна, нам бы было бы очень большое преимущество. Мы бы обстрел делали бы, конечно, офигенный. А как ни крути, здесь больше ничего не сделаешь. Хм. Так, здесь уже. Ага, здесь уже огненное, здесь. Так, подожди ты. Так, так. Допустим, друзья мои, так, так. Как бы я, блин, не старался, у меня ни шиша не получилось. А опять то же самое получается. Опять та же самая дурацкая тактика. То есть я бы даже сказал, что вообще никакой тактики нету. А ты сейчас серьезно? О, друзья, далеко пойдем тогда таким макаром. Значит, получается, что здесь в любом случае должны быть эти башни. Как бы ты этого не хотел. Единственное, что здесь вот можно поставить еще. Их будет три. Ледяная мне не нравится. Нет, ну как ледяная не нравится? Ледяная, с одной стороны, ребята, это хорошо. Почему? Она при прокачке дает страх. Ну это, блин, при прокачке. Это при прокачке. Вот эти здания надо нафиг подкупать. Хотя бы, блин, хотя бы одно. Иначе они запарят. Что-то было написано, при этом будет землетрясение какое-то. Три крестяшки. Ну опять же, ребят, крестяшки, блин, не сами же по себе идут. Видишь, крестяшки-то идут, а вместе с ними идут вот эти вот, блин, нахламоны. Вот в чем беда. Свиток, конечно, удачно упал там. Прям ноль претензий. И вот эти вот холмоны, они все мешают. Они просто портят, ребят, всю малину, блин. Ну вот так вот тоже взять и уничтожить вот это вот, ребят. Ну мне не хватит манны. Ну не хватит манны, понимаешь? Делаем с тобой как обычно. Ну хотя бы недалеко не ушел. Но опять же, друзья мои, опять же, ворюга. Не могу, а. Мне бы. Блин, ну никак. Я не знаю пока. Блин, эти воры просто шустрые. Они быстрые, ребята. Они получают урон. И делают вот это свое дурацкое долбанное ускорение. А башня не справляется в одно лицо. Да, она справится-то справится, ребят. Ну ты представь, отсюда сейчас выйдут эти варвары. Тут стоит всего лишь одна башня на прикрытии. Нет. Нет. Нет, еще раз нет.
Ладно, друзья мои, давайте на сегодня закончим. Будут у вас какие-то комментарии по поводу этой миссии, я всегда рад почитать. Вот. Но в данный момент у меня ни хрена не получается. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.